маленькое путешествие смотреть дамбы Кипра. Заехали за родственниками, посмотрите, в какой они деревеньке живут. Прям как пансионат. Hello, Аргиро. Hi, Катерина. Φεύγει το νερό και πάει. Να το. Του γκάμπος το νερό που καταρρίφθηκε. В этом году были очень большие дожди, поэтому вот эти водоемы все с дамбами, они просто полные. И вот мы решили из-за этого сегодня проехаться в несколько таких мест. Ой, сейчас залезу чуть повыше. Тут машина с мороженщиком. Видите, водоем прям переполнен. Там аж водопад образовался. А там деревья какие красивые, если вам видно. Они такие с розовыми цветочками. Прикольные. Смотрите, какая уточка тут живет. И там у нее гнездо есть на противоположной стороне. Едем дальше, остановились в самом красивом месте посмотреть. Это что, девочка с дамбы. Это мы сейчас в Лимассоле проездом. Это самая большая дамба Кипра. Такой большой, огромный водоем. Но в этом году она полностью не наполнилась, потому что это самая большая. Все-таки дождя было недостаточно, хоть и много. Здесь пусто. Тоже емкость такая большая. Пойду на мостик, посмотрю, что там с другой стороны. Отсюда видно. Там какая-то канава, и очень эхо слышно, если докрикнуть. О, yeah! Ворона сидит на козе. Мы приехали на вторую дамбу по величине. По пути видели еще одну маленькую. Там было такое труднопроходимое место, что в стране такой обрыв. Так, что-то они решили задним ходом от меня уехать. А я пройдусь пока. Красоту вам поснимаю. Там камни большие. Классно. Я бы туда, если честно, залезла, если бы время у меня было. А так быстро-быстро. Мы обычно как едем куда-то с мужем, он старается за один раз посетить как можно больше интересных мест. А мне бы хотелось, пусть не так много мест посетить, но хорошенько поснимать каждое из них. А так мельком, галопом по
фермы, поля, что-то выращивают люди. Да, вот сама дамба. И она тоже переполнена, потому что, видите, вода стекает вниз. Толстенькая и коротенькая. По листике. Вот сюда водичка течет. Из дамбы. В общем, ездили по дамбам, приехали в итоге покушать в ресторан деревню Лачи. Я уже как-то снимала, здесь есть видео необработанное. Нужно мне будет взяться и показать вам. Только тогда мы тут были ночью. Как ночью? Темно уже было. Ресторан полный. Fish, prawns, mussels, whole calamari, crabs, fish fillet, chips, like this. The pattern that she wants to eat in there? I don't remember him then. Norea. Proms, Marida. Καλή όρεξη. Δεν θα πούλα να σκιάτε σε νινούζικ και καρακάτιτς. Thank you. Bye. What is this? It's like a, it's a daisy, but it's like a, yeah. Красивые цветочки, какие-то как маргаритки такие. И эти тоже прикольные. Классно, очень вкусно покушали. В конце нам еще поднесли рыбку ципуру. Как она там по-русски называется, дорадо. И бесплатно угостили чаем кофе. Смотрите, пляж какой. Надеюсь, видно там, а то солнце светит. А это третья по величине дамба. Где сама дамба, отсюда не видно. Придется пройти чуть дальше. Здесь просто водоем. Это я прошла чуть дальше. Тут такая беседочка. Горы тоже. Какая красивая композиция с цветами и колосками. Where? No, I mean this dump to hold water. Where is this wall? Here, one wall. You mean this wall is this dump? Yes. This wall is this dump. Somewhere here like a waterfall. Yes. So where is it? You never been here before? Но? А. Тут везде стоят вот эти солнечные панели для электричества. Не знаю, видно или нет. Классно, зелень такая. В этом году много зелени, потому что я уже говорила, что дожди были. Так, вот откуда я пришла, видите? Вон там, если видно. Сетку, и вот я шла и сюда пришла.
далеко, в общем-то. Вот не знаю, что там наверху, тоже дорога туда идет. Какая гора. А я сейчас пойду туда посмотрю, вниз. Что там? А, мой муж там что-то уже снимает без меня. Наверное, фоткает для Фейсбука. Хорошо, мы сегодня отдохнули, поездили по местам красивым. Рада была поделиться этим видео с вами. Всем пока! Как красиво цветочек в каменной стене пророс.